18 организаций и более 180 вакансий. Ярмарка в центре занятости объединила предприятия общественного питания, торговли, страховые и строительные фирмы. Все они в поисках специалистов разного направления. Наличие высшего образования для многих профессий отошло на второй план. Большое значение работодатель уделяет опыту и желанию соискателя обучаться. Сегодня востребованы у нас специалисты инженерно-технического профиля, специалисты страхового отдела, специалисты отдела охраны, рабочие профессии, такие как монтажник, слесарь, плотник, сварщик. Для женщин, наверное, это повар, продавец, кухрабочий, фасовщик, уборщица. На ярмарке присутствовали представители нескольких учреждений системы ГУФСИН. К примеру, исправительная колония номер 7 готова принять для работы в охране 14 мужчин. Предлагаем должности для мужчин: младший инспектор отдела охраны и младший инспектор отдела безопасности. Это должности младшего начсостава, отслужившие в армии, годные по состоянию здоровья, чтобы образование было не ниже полного среднего общего. Подобные ярмарки для безработных граждан центр занятости намерен проводить и в летнее время. Следующая состоится уже 9 июня. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время.